Ну что ж, дорогие друзья, рядом со мной человек, который фактически не нуждается в представлении, тем не менее, энтузиаст московского стимпанк-сообщества Zero. Здравствуй. Привет. Прошел ровно год, как именно здесь, в Вольте, и тоже на концерте «Обни парк» мы с тобой познакомились. Очень уже много интересных было информационных поводов. Очень приятно тебя сегодня здесь встретить, но отнюдь не неожиданно. Вот. Хочется, конечно, спросить о том, что изменилось за этот год конкретно на этом мероприятии, потому что в прошлом году, конечно, всего того, что здесь происходит, сейчас не было. Чья была идея вот такого препати и... Конечно, работа огромная провелась. Расскажи, пожалуйста, об этом, как это все проходило. Ну, идея, как вы сами понимаете, была наша. Мы давно, в общем-то, вынашивали желание побывать более плотно на концертах известных групп. Вот в этом году это удалось. Нам таки удалось провернуть интерактивную программу, некоторые конкурсы. Здесь у нас работает ярмарка. В общем-то, много интересных мастеров собрали. Это давно назревало. Немножко забегая вперед, планируется концерт Вольтера, знаменитого исполнителя в жанре дарк-кабаре. Будет ли что-то на этом концерте? Мы обсуждаем этот вопрос, благо организаторы концерта те же, что и здесь. Я очень надеюсь, что к тому моменту мы придумаем даже больше интересного. Хорошо. Скажи, а вообще какие перемены сейчас происходят в сообществе и какие вот самые ближайшие планы на какие-то интересные мероприятия? Ну, перемены у нас очень-очень банальные. Нас становится больше. У нас становится больше всего интересного, становится больше мероприятий. Ох, как серьезно. Если говорить конкретно про наше сообщество MossSteam, то мы... Сейчас будем достаточно плотно участвовать в мероприятиях, ну, что-то типа фестивалей, фантастики, косплея, там, современного искусства и так далее. Ну и, конечно, у нас в планах уже расширять собственные мероприятия. Осенью я рассчитываю все-таки провести парапарк. Весной мы не успеваем, но осенью я более чем уверен, что он будет. Вот. И я надеюсь, что на более мелкие мероприятия собственные мы тоже выйдем, потому что, конечно, сообщество нуждается вот в таких возможностях встретиться, поводах собрать костюм, там что-то создать, во вдохновение для всего этого. А будет ли весной, возможно, уже ставшей традицией пикник и прогулка? Ну, будет он, конечно, не весной, он будет скорее летом, в теплое время. Прогулки просто даже обязательно будут. Мы сейчас сотрудничаем даже с некоторыми творческими сообществами, поэтическими и так далее. Может быть, мы будем совместные прогулки делать. Просто обязательно надо гулять, когда тепло. Москва и стимпанк. Это должно сойтись вместе. Ну и других планов, конечно, много. Хорошо. Я позволю себе замечание, что ты не только энтузиаст, но еще и мастер, в общем-то, практически на все руки. И хочется спросить лично у тебя, ты над чем работаешь? Может быть, какой-то масштабный проект, может быть, какая-то есть идея? Ну, сейчас я достаточно плотно работаю над антуражем для наших мероприятий, для нашего стенда и стимпанк-раздела. Вот, и я надеюсь, что мы будем опять собирать коллективные творческие встречи, а сам, ну, конкретно сейчас, например, у меня есть немало заказов по грядущему стимпанк-квесту от Клаустрофобии. У нас в Москве появится, наконец-то, стимпанковский квест. Мне самому будет интересно сходить, посмотреть, что там выйдет в итоге. Ну, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, как вообще тебе организация подобных концертов? Нравится ли работать с Delta Mekon Concert? Ты знаешь, это непросто. Конечно, мы впервые на таком мероприятии. У нас случаются моменты... Вот видите, у нас вот случаются сложности. Да, но мы решаем все вопросы оперативно. Я более чем уверен, что мы и дальше будем проворачивать подобные вот совместные мероприятия, потому что стимпанковские группы, конечно, к нам будут ехать. И я уверен, что это хороший повод собраться всему сообществу и поучаствовать в каких-то совместных действиях. То есть организаторы идут навстречу? По сути дела, да, мы налаживаем диалог. Ну что ж, это замечательно. Спасибо. Друзья, приходите на мероприятие. Это был Zero специально для рок-портала Equilibrium.